И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я вновь продолжаю играть в Arkham the Life. Конечно же, это мод, а игра Ark Survival Evolved. Долго я не продолжал снимать, потому что пытался реанимировать свою сборку на локалке, но она всячески не хотела запускаться. Про сборку я уже, собственно, рассказывал. Вот. И, собственно, как я уже говорил, она откатилась безвозвратно. И, в общем, все плохо. Ну, думаю, и ладно. Хотел найти сервер со старым модом Arkham the Life, но, к сожалению, так как разработчик забросил на этот мод. И стал разрабатывать AK Redemption, то, собственно, нет смысла ждать, что будет сервера с этим модом. Потому что мод, на который, так сказать, забили и забросили, вряд ли будет как-либо разрабатываться и далее. Вот. В общем, на сервере 240 день, как видите, да, у меня вот броня есть, ботинки, это я убил паука, зеленого паучка, и, кстати, да, бороды, волосы, все отрастает, со всем этим будем разбираться потом, со всеми нововведениями, сейчас же я просто бегал, думал, короче, надо начинать снимать. Почему бы и нет. Вот. Кстати, сразу же хочу показать вам графику. Графика у меня вот такая стоит. То есть я поставил среднюю, немножечко по себе отредактировал. Сглаженность я убрал. И блики света я убрал. Потому что блики света, ну вот это говно меня просто раздражает. Вот. А сглаженность это мыльцо меня просто бесит. Потому что конкретно прям мыло. И меня оно раздражает. Вроде бы и сглаженность типа должно быть красиво, но для меня это не очень. Вот. Конечно, я просто сейчас кайфую от всей вот этой графики, то, которую я имею сейчас на данный момент, потому что вы просто посмотрите, что у меня творится под водой. Все эти блики света, которые падают. Просто посмотрите. А ночью это просто кайф. Вот эти вот волны, которые видны под водой. Это просто настолько классная картинка. Это всего лишь средний график. Я не представляю, что будет на эпике. Потому что, если честно, то, что вы видите на ютубе, и четверти не передает того, что вижу я. Даже если я буду смотреть, что как люди играют на эпике, то через видос, то я буду видеть, ну, примерно то же самое, что я сейчас вижу в игре, как на среднячках. В общем, YouTube жрет прям очень сильно, и вы даже, ну, как минимум половину, так какой там, даже четверти не увидите того, реально, вот четверти вы не увидите того, что видит тот человек, который играет и снимает. Кстати, FPS у меня 40, если смотрю в небо, там у меня до 80, особенно ночью до 80 закатывается, так что все замечательно, с этим всем проблем нету. И, собственно, единственное, из-за чего у меня была проблема на локалке, это оперативная память сейчас у меня забита на 70%, то есть вообще ни о чем. Вот, и то из-за того, что я смотрю вот на эти постройки, у меня FPS просаживается сразу же минус 10. Вот, это что касается характеристик. Сейчас, на данный момент, я ищу, как видите, я создал седло для птера, и я ищу птерчика, чтобы уже оседлать его и поискать домик. Дом, милый дом, где же я его буду строиться? Потому что вот такие огромные базы стоят везде. Ну, кстати, эти заборчик открытый, как бы можно спокойно заходить. Я там переждал ночь, спрятался, можно так сказать. Вот, в целом, пока что меня все устраивает. И даже вот мимо таких построек хожу, у меня, да, оператив жрется сильнее. И благодаря новой оперативной плате у меня нет таких просадов, что были раньше. Вот, просто просад в FPS до 15-10. Но в целом это все фигня. Благодаря оперативной плате новой я могу спокойно бегать там, где раньше у меня просто бы пролагивало и провисало. Такс. Птерчик. Интересно, меня вот там чучмек завалит, не завалит?
Давай, черт побери. Давай, быстрей. Не будем рисковать. Отлично. Такс. А, у меня тут свистки все расстроились. Блин, так. Так, нет. Отлично. Свистки не работают. Это просто замечательно. Слышь, Алёша. Что там за беспредельное дерьмо меня бьет? На тебе. И, кстати, он превратился с одного этого. Отлично. Не, надо, короче, на пляж идти, там посветлее будет. В общем, птерчика я себе притомил. Все хорошо. Сейчас придумаем, как сделать так, чтобы он тормознулся таки. Попробую настроить все свистки и так далее, потому что, ну, это чутка не камильфо. Так вот, без свистков играть, это, конечно, да, еще то веселье. Вот, ну и, собственно, уже продолжим искать место для нового дома. Блин, ну, блики света, это кайф, это реально кайф. Ну вот и отлично, вкачал себе птерчика вполне нормально, скинул весь лут в него сразу же, потому что он явно будет покрепче, чем я, и все просто замечательно. Здесь какие-то радужные пони со своими радугами непонятными, блин. На этом острове все занято. Я еще смотрел до того, как была возможность летать. Вот там, наверное, где-то стоит большое здание. Раз здесь вырублен лес, да, вот у нас здание большое. Вот здесь еще и платформа вот плавает. В общем, там все замечательно. Да ладно, волос развивается. Круто. О, платформа прям на воде. А, стоп, это плот. Так, да, под водой могут плавать. Это плот, отлично. В общем, пытаюсь искать, где построить дом, но, как видите, вся карта застроена. Серверу реально 240 дней, игровых дней. Реальных дней это всего ничего, то есть там, ну, вайп вроде был 1 числа. То есть я сейчас снимаю 11 числа, серия выйдет, наверное, числа 13. В общем, суть в чем? 10 дней и весь сервер уже засран. Да. И вся проблема в том, что половина из этих людей-то, наверное, даже и не играют. Ну да и ладно, а я все так же буду продолжать искать. Но сервер прикольный тем хотя бы, что... Вот я вкачал себе сопротивление, и все, я просто тащу. Как видите, лечу, как говорится, хоп, назад маленько откатит, и это как... Блин, нормально, прикольно. Труба нужна труба. Да, для трубы нужны ресурсы и так далее. Блин, здесь тоже все закрыто, все застроено. Единственный вариант, это реально строиться на воде, просто тупо посреди воды построить себе базу. Идея имеет, так сказать, смысл жить, или как эта фраза говорится, я уже забыл. В общем, имеет свойство жить, это идея. Почему? Хотя бы из-за того, что места нету. Места нигде нету. Это полный кабздам. Ой, матерь божья. Я спасу тебя! 40 тысяч дамага! Я не знаю, сколько у него... Не, от птера, от обычного 40 тысяч дамага, это, конечно, кайф. Это я могу с легкостью отбиваться. Ну, как вариант, здесь просто схлопотал чувак оглушение, и, соответственно, его уже так просто так не выпустят. Ну, чутка не повезло.
Да ладно, еще и голем. Вы че, обнагрели что ли? Да, ну это говно, я точно тут ничего не сделаю. Да уж. Ну, в общем, я пытался. Ладно, короче, погнали. Не буду я страдать фигней дальше. А то этот мой птер, это и есть моя база переносная. В общем, потеряю птера и не будет ничего. Черная река. Прикольно. Да уж, еще проблема в том, что я на The Island вообще там играл вообще чуть-чуть. И поэтому даже без понятия, что здесь, как здесь, где можно построиться и так далее. Кстати, пытался я статус бар запустить, и ничего не получилось. Написано типа Alt-Shift-H нажать, там не работает, короче. Вот, попробую потом через команды прописать, ну не через команды, а через гейм-файл прописать. Может получится. Запустить этот мод. Блин, вот тут тоже просады конкретные, прям около вулкана. Ой, да ладно. А чё? А, телепорт, точно, телепорт. Здесь же есть мод на телепорты. Точно, гей, забыл о них. Да. В общем, в поисках я дома своего. Кстати, да, хотел на паузу, кстати, ну, а то думаю, блин, я же хотел немножечко порассуждать, ну, скажем так. В общем, тема с настройки серверов и так далее, видосы я больше снимать не буду. Почему? Потому что они, ну, людям не интересно, как бы смысл снимать то, что людям не интересно. Вот, смотрят, как говорится, единицы, так что смысла в этом я не вижу. Поэтому темку я по этому поводу закрываю, как будет настроение и время, я буду об этом просто-напросто рассказывать. О, прикольно, здесь он даже покрасил, заморочился и покрасил стены. Вот, буду с периодичностью рассказывать что-то, когда, где, если будет желание. А, здесь он еще не построил. А, нет, построил, просто не прогрузилось. Ну, кстати, да, раньше у меня здесь бы конкретно все провисало. Сейчас нормально прям, все нормально, живу, так что замечательно. Че это? А, это радужная улитка какая-то, что ли? Ничего понять не могу. Че за фигня? Поникс? Эй! Я хочу по тебе попасть! Я понимаю, что ты не хочешь, чтобы я по тебе попал. Но ты кто? Да блин, короче, надо трубу делать, ну и в баню. А, черт побери! Я только затих такой, сейчас я думаю, вот оно мое место! Аган! Построюсь где-нибудь посредине. И все. Вот, кстати, я тут заметил такую фигню, когда заходишь, типа, в изучение инграм, здесь есть вот эта вот фиговина. Я не знаю, как это, короче, сделать, чтобы она открылась, но заслужите это, доказать свое превосходство. Но я думаю, типа, наверное, боссов убивать все дела, тогда, наверное, они начнут открываться. То есть, ну, типа, ачивки, наверное, откроешь, когда тогда это все дело будет открываться. Ёб твою ж налево. А, это чувак дерется. Отлично. А, жуков вызывает. Круто. А, блин, это тень была. Круто. Не, все-таки играть на сервере это здорово. Надо будет кицали себе притомить. Потому что это реально будет здорово. Как и давно на кицалях не летал. Ах, ох, 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 ох. Не, кальмар сраный. Надо будет всем этим заморочиться. Ну, опять-таки же, да, пишите свои идеи, все-все идеи в комментариях, подсказки по моду и все в таком духе. То есть, все это пишите, все, конечно же, как я уже сказал, я снова продолжаю снимать, так что без лишних заморочек все будет хорошо. Вот, снова съемки, снова Arkham The Life, снова Ark Survival World.
Посмотрим, что будет дальше. Как я уже говорил и не раз, и в группе ВКонтакте писал, кстати, там последние новости, более такие подходящие новости, которые я хочу рассказать, я там опубликовываю. Так что есть смысл подписаться в группу, чтобы знать, что да когда где, почему там серия не вышла и так далее. И какие изменения будут в расписаниях. Это все будет там расписано. Блин, здесь же есть какой-нибудь сундучок 100%. Ладно, фиг с ними, потом за сокровищами будем бегать. Типа сундучки там, все дела, записки. Вот, собственно, стрим-канал я... Так, Ирин, когда вы смотрите это видео, я уже, наверное, его настроил. Возможно, уже даже выпустил видео про стрим-канал. Вот, и я еще не знаю, как бы, что-то когда где. Вот, и, собственно, все стримы будут проходить именно там. По арку я, наверное, там стримить не буду. По арку все стримы будут, как вариант, проходить именно здесь. Поэтому, если вы просто хотите смотреть мои стримы, не касающиеся арка, то есть мои видео, не касающиеся арка, то милости прошу, заходите туда. Вот. Если же вам от моего канала нужен только арк, то просто забудьте, что у меня такой канал существует. Вот. Кстати, канал называется Моребита Стримы. Стримы по-русски написано, без какой-либо оригинальности. Блин, я ничего найти не могу, нормальное место. Где какая-нибудь жопа? Блин, там еще... Виверна. Не, надо, короче, возвращаться обратно, искать в той стороне и надеяться, что все будет хорошо. Так, где? Ой-вей, карточка прогрузилась. Мне надо к тому обелиску. Отлично. Ей! В общем, очень на вас рассчитываю, на то, что вы будете поддерживать и мои другие увлечения. Там буду я снимать, записывать стримы, может каждый день, может через день, там будет видно. Но там буду я играть реально в разные игры. Я буду играть как в стратегии, так и не в стратегии, как в ретро. Причем реально ретро игры, которые мне нравятся, и я всегда их любил играть. Так и не ретро игры. В общем... Все там будет, связанное не с арком, а с моим увлечением. Вот, наконец прорвался я. В общем, короче, все-таки я буду здесь где-то искать дом, потому что... Ну, это полная жопа. Здесь какие-то пролаги, провисоны. Ну, в том плане, что там и так все застроено. Либо засажено деревьями в большом количестве, либо какие-нибудь... Странного тучи динозавров там. Ну, вот, поэтому самый лучший вариант — это построиться на воде. Если я сейчас не найду место под солнцем для себя, то я сделаю это место под солнцем сам себе. Блин, нет, это бы сраный камень, вообще была бы красота. Что-то мне это место что-то напоминает. А случай мне здесь ли я строился, когда я... Точно, я именно здесь и строился, когда у меня был такой мини-сезон с рейдами. Хо-хоу! Да уж, кто бы знал. А, черт побери, я на то же самое место вернулся в итоге. Блин! Задница. Да уж. В общем, все застроено, и это... Все фигово! Все реально фигово. И мне это, эх, не нравится. Красивая луна. Тут и не поспоришь. В общем, летал. Кстати, следовать надо убрать. Приказать не следовать. О, отлично. Летал. Ну и, как вы поняли, строюсь я на воде. Ничего лучше я не придумал. Тут пока плавал туда-сюда, чуть не сдох. Кислорода, короче, не хватало, а я под водой плавал себе спокойно, и все хорошо было. Такс. Ну, давайте я вам покажу. В общем, поставил сюда Large Pillar.
и возвел его до самого верха. Ну, а здесь, собственно, вот на платформочка. Оп. И все хорошо. Ты подожди, я к тебе вернусь еще. Вот, так что, в общем, здесь я и буду строить свое здание, свою базу, свою крепость. Ну, а по сути, плавающий дом. Вот, и других вариантов у меня, по сути-то, и нету. Так, кстати, давайте-ка я включу гамму вот так-то. Ну, чтоб уж заканчивать было поинтереснее. Вот, вкачал все инграммы. Фу, господи, как светло. Вкачал все инграммы. Здесь какой-то anti-water generation есть. Генератор, так что, как видите, ничего здесь не открылось. Вот, кстати, напишите в комментариях, как их открыть. И, кстати, что вот это за фигня, которая требует 10-тысячный левел. Мне очень интересно, если кто знает. О, какие такие были здесь, господи, чего тут только нету. Ну ладно, короче, закрывать, а то глаза аж режет. Вот, в общем, начало дано. Базу строить я начну уже прям вот. И, возможно, я это сниму, как я буду базу строить. Возможно, я начну снимать сразу с того, что я буду кого-то томить. А, возможно, я буду снимать серии о том, которые, так сказать, про фишки сервера. Вот тут какие-то телепорты есть и так далее. Я только видел, как ими пользуются, но сам я ими никогда не пользовался. Думаю, штука будет очень даже сильно нужная. Вот, ну и смысл есть динозавриков попритомить. Вот такие вот дела. Ну, а на этом уже все. Вроде бы рассказал и показал все, что нужно. Поэтому все как обычно, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и конечно же делиться моими видео с своими друзьями, вдруг им тоже понравится. В общем, всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра, всем пока.